Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на предновогодний выпуск на моем канале. И я хочу подытожить 2022 год. Для многих из нас он был очень непростым, а сложным. В том числе и для меня. Но я хочу сказать спасибо большое Армении, моей родине, за возможность самореализации в этой стране. И пожелать, чтобы в новом 2023 году, чтобы у всех вас было все хорошо, чтобы все были ваши родные здоровы, и вы были все удачливы. А для вас я подготовил несколько фрагментов из моего 2022 года. Поэтому смотрите этот ролик до конца, а мы с вами увидимся уже в новом 2023 году. Всем пока-пока!